Ребята, всем привет! С вами Некрос. Добро пожаловать вновь на мой Twitch-канал. Сегодня мы попробуем постримить здесь. Напоминалки, значит, работают для моего YouTube-канала и для Steam. Мало того, анонс я опубликовал в Google+, в группе Steam и в группе ВК. Вот, пожалуйста, он уже начался, я уже слышу. Задержка стала меньше. Задержка на Твиче стала гораздо меньше. Конечно, еще хотелось бы у вас узнать, каким образом можно чат твичевский ставить поверх самой игры. Если вы знаете, обязательно мне об этом напишите. Но пока чего-то я никого не вижу в зрительном зале, хотя я опубликовал. Но что поделать. Также этот стрим я постараюсь залить на YouTube. Ну, если все правильно будет работать, то он зальется. Соответственно, если что-то со Твичом не так, то не зальется. А, вот три зрителя. Все хорошо. Значит, ребята следят за моими анонсами. Стало быть, не зря я их делал. Потому что на Твиче я не был давно. И все как-то отвыкли. Так, а вот чат, кстати. Тут есть поп-ап, по-моему. У чата поп-ап. Dark mode. Ага. Отметки времени. Тут все всякое такое есть, да? Нам пойдем в джангл, наверное, пойдем попробуем. Джангл соло. Вот, а еще хочу передать привет группе Smite Game. Потому что стрим Чанский может там оказаться. Может и не оказаться. В любом случае, было бы прикольно. Так, мы пока будем смотреть. Друзей моих, к сожалению, на месте нет. Саня занимается своими делами, Матвей в школе. Остальные не знаю. Ну вы в чат-то пишите что-нибудь, проверяйте, как он у вас работает, как вообще ощущения. Ой, соло. Джангл я не пойду, у меня джангл забрали. А соло. Ну давайте бастет. Или бастет. По-моему, бастет. Ну, судя по тому, как она... Бастет. Пусть он пока это дело загружается, я на в гугле посмотрю. Twitch чат поверх игры. О, чаты поверх игры. Как не альтабаться для чтения чата.
Внутриигровой браузер. Он есть в Steam. Зато есть в других программах. Overwolf. Ага. Я понял. Overwolf это... Ого, походу кто-то ливнул. Overwolf это, знаете чего? Это программа, походу, для съемки. Сейчас мы почитаем про нее. Лучше опции я пока не видел, честно говоря. Программ. Overwolf. Стриминги. Twitch стриминг, TeamSpeak Overlay. Чё-то сегодня как-то неохотно игры принимаются. Даже странно. Может, рано еще, хотя рано для кого? Для русских, может, и рано. Так что два варианта. Либо напоминалки все-таки не сработали, либо людей просто сейчас нет, слишком рано. Кстати, обида в том еще, что многие паблики почему-то отключили возможность предлагать им новости. Тот же Smite Game. Как-то с этим делом уже сложно стало. Раньше можно было предложить новость, если стрим как бы или какой-то видос по теме нравился администрации, то они публиковали. А сейчас вообще никак. Окей. I'll go mid. А кем же мы на мид пойдем? Может быть, Анубисом сходить? А, тут тоже говорят, типа... Я написал, что могу только играть... всеми, кроме саппортов. Насчет вулкана, кстати. По-моему, неплохая идея. Вулкан. Давно мы вулканом не гамали. А, заодно пишите, что там с этим. Как работает игра. Потому что, может быть, лагает будет или что-то там еще. Вдруг. Это вы обязательно пишите.
А, уже загрузилось так быстро, нифига. Шикарно. Вы меня за это не похвалите, конечно. Но надо, чтобы у кого-то побомбило маленько. Так, бэкфайр обычно максит, да? А бомбу на один. Или нет? Вот не знаю насчет этого дела. Please, okay. Сейчас мы будем забирать. Если получится. Спаун. XP camp. Забрали. Прекрасно. Кстати, быстро откатывается. Что-то там в лесу, по-моему, бегают пацаны. Ага. Маленечко, да? Подхарасим. Так. Этот запустим. Быстро он мои эти разбомбил. Бомбочки. Ну, смотрите, вроде хорошо, да? Помаленечку так. Сейчас ультану у него, да и все. Ну, не получилось. А мог бы убить-то его. Это шульта, знаете, как много сносит? Да-да, ну не. Он всех моих крипов сдул. Как неинтересно. Ать.
Да, пока что сустейн, как говорится, мой на линии оправдывает. Пока нормально идем. Так, пока нормально, пока живем. Опа. Мид говорят, осторожно, окей, осторожничаем. Смотрим на минимапу, что там интересно такого происходит. Пока я отбиваюсь вроде, пока вроде все нормально. Было бы неплохо, если бы меня загангали. Так, что-то уже не то происходит. А вот что дальше, Макс, эти ребят? К сожалению, я вообще не в курсах. Тут я могу уже ошибаться очень. Так. Не-не-не. Да. Тут он меня, конечно, подловил знатно. Кто-то меня знатно подловил. И хп у меня... По хп я проседаю очень сильно. Сейчас у меня начнутся проблемы. Мне нужно как-то жизни восстанавливать. Так. А вот это зря он, кстати, так. Опа. Шикарно, да? Ой, шикарно, ты смотри как. Ульта-то моя попала в цель. Это шикарно. Это можно идти, кстати, на базу уже. При таком раскладе. Уф-уф. Знаете, я не пожалел о том, что взял этот какого медитацию. Не пожалел ни капельки. Так быстро ломает он ее.
Ага, окей. Не, видите, отдают красненький. Окей. Сейчас у меня проблем будет на миде. Ой, больно-то как. Больно пипец. Бить бы его ультой. Шикарно было бы. Так, но по идее, мою эту турельку бить. Бить нельзя, если ты находишься вне зоны. Скажем так. Ну, не сносит вообще легко очень. Так. С маной у меня уже все зашибись. Этот гангает, кстати. Да? Тут еще лисник рядом бегает. Вот это печально. Это опасно. Вот видите, как он ее легко сносит. Может, потому что я не докачал. Может, поэтому. Может быть, не поэтому. Не знаю. Пока держусь. Пока держусь, держусь, держусь. Ага. Ну, что-то вот сейчас будет прессить маленько. Отлично. Вообще шикарно. Теперь я могу пушить вообще. Наверное, я не знаю, но возможно я могу запушить. Все, уже не могу. Уже на меня это идет. Угу. Быстро, быстро на вид. О, там Чангье уже. Нужен мид дефать. Срочно. Не-не-не-не, нельзя, нельзя. Проседать так нельзя. Фига, мне больно мид получил мой. Давай. Нет, не получилось. Что, найс-то? Вардс, maybe. Retreat. Be right back. We need wards. Retreat. Да, я не знаю, как вардить на самом деле, ребят. То есть, с этим-то я вроде знаком, но вот как вардить, я не знаю. В принципе, я могу купить... Где они там покупаются-то вообще? Варды эти. Но сейчас на них отвлекаться не стоит, иначе... То есть, как драться-то я вроде... Драться-то я вроде научился, а вот вардить не могу. Очень, кстати, хорошая бомбочка. У вулкана ничего, неплохой контроль.
А, ну, в конце Мейблсах потом куплю или где они там. Бьет она меня, что ли? Это так, на всякий случай. Нет? Не получилось, да ну ладно. Опасно. Опасно. Так, окей. Вард, говорите, да? Учиться вардить будем? А где они покупаются? Вот здесь. Detects enemies. Ну окей. А, мид я все-таки сейчас прокакаю, да? Но я так не играю. Допустим, так. А, ну помогает вроде, да, эта фигня. Шикарно. А, она даже не бьет. Мид пока стоит, но там одна тычка буквально. Зато я вижу, чё, где, куда идет. Но мид у меня все равно упадет. Тем не менее. Кстати, мой ник очень подходит этому персонажу. Опа. Сейчас мой мид отвалится. Сейчас мой мид отвалится, чувствую, ребята. Так, алло. Отстань, пацан. Тоже мне. Как же они, как они хотят-то забрать, да, его? Хочет мой мид забрать, тварь такая. Смогу я, интересно, его вальнуть? Опа. Это первый раз в жизни, когда я завардил, ребят. Серьезно. Прям ощущаешь гордость за себя, что ты что-то начинаешь понимать маленечко. Ну, это, конечно, смешно звучит, но тем не менее. А сейчас уже, конечно, да. Опа. Опа.
Ё-моё. Шикарно. Вообще. Шикарно вообще. Что творится? Только не мид. Нет, дальше я не пойду. Не надо так делать. Так делать не надо. Мы аккуратненько все сделаем. О, Чангье уже где? И этого еще бить. Отстань. Так, тут я отхватываю. Мид падает. Немножечко потерял я контроль над ситуацией. Так, ну что, будем покупать. Где варды-то эти? Так, стоп. Magical Lifesteal. Ну, почему бы и нет? Приятная штука. Так. Вообще, конечно, было бы еще блинк неплохо. Забубенить. Причем блинк именно такой. Конкретный. Все, я готов. Сейчас мы это дело быстренько намутим. А, раз они там все, значит я могу ломать мид. Шикарно. Все. Обменялся любезностями с мидером. Что будем делать-то? О, шикарно. Слушайте, по-моему, я как-то не так. Не надо, парень. Что творится? Отстаньте. Так. Контролируем ситуацию. Теперь уже рай, идиот. Всем постоянно что-то не нравится. Так, а здесь, кстати, уже опасно быть, потому что башни-то нет. И чё?
А, я могу уже этот покупать свободно. Окей. Хотя лучше здесь побыть. Сейчас что-то будет. Что-то сейчас будет. Драка сейчас будет. Я прям на этой стою, ребят. Пушку убил. Я вот, видите, у меня ошибка в том, что я еще ульту неправильно юзаю. Подарочек. Ультой как бы не попадаю. Вот если бы я сейчас попал, то было бы, наверное, получше с замесом. Но, к сожалению, я не попал. Что поделать? Кстати, вот насчет перезаливки на YouTube, возможно, это и не получится, потому что там были проблемки, судя по тому, что пишет про Twitch, он долгие файлы не запоминает, не хочет. Поэтому, возможно, нужно просто не сам вот заливать, а именно хайлайт. То есть вот превращаешь в хайлайт, потом заливаешь хайлайт, как я обычно это делаю. А, я варды не купил, кстати, точно. Опа. Опа. Ребята дерутся, походу. Угу. Ой, шикарно-то как. Ой, шикарно-то как получилось-то. Окей, я атакую. Ой, не, не атакую. Мне тут не нравится этот... Пачан. Герк. Герк мне не нравится. А, двоих нет, да. Рама и Герк. Рама и Герк остались. Да, Герка я на самом деле побаиваюсь, потому что может он наделать дел. Может делов наделать. А здесь, кстати. Меня могут, в принципе, обойти. Так, давайте из Атахути пойдем. Ну, я вроде нормально иду. Ну, Чангия чуть-чуть посильнее. Там, походу, и... А, нет, там киллов не больше. Киллов там не больше. А, мне отдал, что ли, да? Ну, ладно. Как обычно, я... Оставляю... на какое-то время баф, не забирая его, и так тем самым понимаю, можно мне его забирать или нет. Опа! Кажется, кому-то скоро ультовать надо. Так, а вот сейчас опасно. Безопасно. Герк-то. Герк чейзить умеет. Теперь тут, да? Тут что у нас? Тут они забрали эту. Голд Фьюри, по-моему, они забрали. Мы, точнее.
Нет? Ну нет, так нет, окей. Ульт пока перезаряжается. Хитрые какие. Ох ты, печаль вообще. Но тут как бы я ничего не сделаю. Если уж меня зажали в ближнем бою, то со скиллами, которые в откате, мало что можно сделать. Я бы мог, конечно, под себя ультануть, но... У меня и ульта в откате была, и даже та же гранатка, это ульте, вот, в откате была. Ну, я не знаю, ребят, вот... ты говоришь, не покупай медитацию, но посмотри, как она мне помогла на линию-то держать. Если бы у меня не было медитации, то я бы... дольше... Я бы быстрее мид потерял. Поэтому это очень... уже спорный вопрос насчет медитации. Меня сейчас другой вопрос мучает. А сможем ли мы вообще выиграть эту катку? Да, и я опять же забыл про варды. Но это дело привычки. Понапугал, гад. О, а это неплохо. У нас Артемида что уже? Развиделась? А, понял. Я вас понял. Ну, вот, варды купили. Сейчас будем что-то предпринимать. Что пока не знаю. А интересно, сколько мы ульт можем снести? Нифига, 1400. Сейчас будем собираться, да? Так, мы вроде собраны, четверо нас. Сейчас уже... Ага, гигант. Гигант, окей. Но, опять же, видите, они-то тоже знают. У них товары стоят. Может Герк вмешаться. Это плохо, кстати. Это пипец как плохо. Я умираю. Артемиду тоже убили. Да ладно, неужели я по золоту первый? А, нет, первый Осирис. Фиг там был. У него 13-4 на 10. Так, а как параметры? О, вот. Вместо медитации можно телепорт и Аегис купить. Или Аегис плюс и бицы, да?
А зачем мне учиться без медитации, если могу ее купить? Вопрос. Как говорится, зачем играть на мипо, если можно играть на инвокере? Да? Зачем делать больше, если можно делать меньше и как бы такой же результат получать? Хотя, может, я не прав. Не знаю. Чего у них там происходит? Расстояние рассчитывать тяжеловато мне. Опа. Вот это херово. Я опять сдох. Нет, не сдох, живой. Живой. Еле выжил, кстати. Кто там рампейдж? А, понял. Понял. Три человека смотрят, что ли, только? Нифига себе, вот это печально. Так, скайп, да? Окей, скайп. Так, алло. Алло. Ты что, закончил? Нет. Я вот играю. О, привет, бро. Саня тут? Саня тут? О, да. Здравствуй, Саня. А мы это... Алло. Алло, Сань. Ау. Здорово. Поздоровайся. Здорово. Стримим на Твиче. Да ладно. Ну? Кинул ссылку? Да не, на. На этом-то сделал. На канале на основном. Анонс? Да. Я сделал его в Google Plus, и в Steam, и в этом, и в ВК. Ты на канале поставь этот видос и удаляй его потом. Ну, то есть, пока этот видос стоит, типа, ты стримишь на Твиче, а потом удаляется видос, типа, ты стримить на Твиче перестал. Ага. Это очень, это, клевая тема, на самом деле. Насчет чего? Насчет... Ну вот с этим видосом люди просто знают, что ты на Твиче ссылку скидываешь там же под видео, и все, они приходят сразу же на Твич. По сути, те же самые твои подписчики тебе же на Твич идут. Понял тебя. Че играете-то? Да в Смайт играем, но только вот этот, как его... В Смайнткрафт? В Смайнткрафт, да. Но вот, конечно... Конечно, ну, народу очень мало вообще. Очень мало. Это вообще. Печально вообще. Очень мало. Такого еще не было. Очень печально. Да. Да. А мне осталось свести аудио дорожки. А мне осталось проиграть эту катку, походу. Вот, и, короче, и Васька. И все на этом. Медитация для Геркулеса хороша. Это я вон прочитал. Ну смотрите, ребят, а если хотите, чтобы я мид просирал быстрее, то окей. То без проблем. Я могу не брать медитацию, и мой мид упадет раньше. Либо надо брать героя, который еще лучше отпушивает. Говорят, что Немезида, если умрет, то мы выигрывать будем. А там у Немезида 17 на сколько-то там. А чем занимался сегодня, Саш? А? Саш? Подожди, я этот делаю. Свожу аудио, чё? А, чем занимался? А, да ничем, там, поделись по своему.
А сейчас аудио делаю на новую эту. Ай. Ну что? Что? На новую серию, блядь, блок. А. Ты меня тупишь, я ж сижу. Так я сам туплю, он. Ну. Я сам не меньше туплю, Саш. То, что как бы драки, не драки. Мне уже сложно, мне уже как бы одна ошибка, и я трупак. А вообще я не знаю, почему так получается. Фолловеров у меня на Твиче еще было где-то 240 старых, и новых еще 20 примерно прибавилось. Пора платную подписку делать. Где? На Твиче? Да. Ну так, она же не будет работать, по идее. А там со скольки? Так там, по-моему, партнерка нужна, чтобы сабскрайберы были. А у меня партнерки нет. Вот партнерку на Твиче получить, ну реально сложно очень. На Ютубе как бы там, по-моему, 200 у меня было подписчиков. Я получил ее свободно. Легко. Так. Купи книжку со стаками. Она для мана хороша. А-а-а. Окей. Это уж тогда в следующий раз. Так. Сколько там человек? Да всего 6 человек. Всего лишь. Мы все привыкли. Ютуб. Ну, в прошлый раз... Я сейчас смотрю, как-то ты рано стримишь, типа, ва. А, ну, может, потому что рано. А вообще, как бы, Ютуб уже, ну, была такая тема с Ютубом. Я, походу, ультой не попадаю совсем, да? По-моему. А, тут смотри уже чё. Тут видишь уже чё, уже там сейчас нас раздавят. Книжку на стаке, говорите. Но она много даст профита, в принципе. Вася. Поменяй полномикон на Book of the Souls. Зос, я не знаю. Book of Souls? Да. Я так понимаю, полномикон он больше подходит для этого. А, для Хроноса. Я вообще, когда намикон слышу, вспоминаю Сефа. Да? Да. А. Странно. Опа. Нормально, кстати, пушка его колотит, смотри. Ух ты. Нифига себе, слышишь? А мне нравятся, кстати, вот эти пробивные стрелы. Они хорошо на нем. Эффективно на раме. Но я никогда не пробовал им играть. Возможно, стоит попробовать. Ну, понятное дело, что стаки уже поздно. Ну, ребят, как бы... мне кажется, я и так везде проспамил, что я... стримлю. У меня, кстати, оповещалка работает на на этом. А, да, кстати, у тебя дополнение для браузеров. Ну.
Поустанавливайте ее. Так они уже работают. Понимаешь? А, для браузера? Да, для браузера, помнишь? Ну да, было такое. Но давай, короче, тогда еще одну катку. Если народа не будет, то тогда забьем на это дело. А я, наверное, в 2 часа уйду. Mm. Я по-своему. Уйду, знаешь, когда? Ну? Где-то в 4 я пойду в парикмахерскую. Ну. Я с твоим этим... Не, на раму-то зачем? Раму я медитацию покупать не буду. А, окей. Так, каким бы мне соло пойти? Да, бастет. Кстати, Роуз, я посмотрел, скайп приглушает мои все шумы. Да? Угу. Потому что я себя послушал, там шумы есть. Ну, бастет. Бастет уже useless стал. В лиге может быть, а в пабе я бы не сказал. Она уже не оп джанглер. Так а какая разница, какой она джанглер? Она перж же неплохой. Тем более я не в джангл иду, я сейчас в соло иду. Все зависеть-то будет не от этого, а от того, как противники играют. Сань, ты что сопишь? Сань. А? Ты что сидишь, сопишь? Да я, блядь, сижу, свожу, ну ёбану в рот, ничего выйти. Да нет, ну сопеть-то не надо тоже. Чё бомбить-то так, ёбану? Я не могу, кстати, сопеть. Ну, потому что тебя... Он у меня такую чистоту не улавливает. Не улавливает сопение? Да. Специальные эти, да? Антисопенческая. Да. Саперческая, хотел сказать. Окей. Угадай, кого я вчера смотрел. Элиза? Да. Элиза, точнее. Я угадал. Как твое настроение? Вот, кстати, с АК-9 он офигенно играет. А я видел, да. А я вообще не понимаю, я взял его в руки, там такая отдача. Ну так он умеет же приглушать, он же... Гайдов у него куча было, как... А, не, все правильно я делаю. У меня, кстати, почему-то, когда я в снайперку, ну, в зум хожу, FPS чуть-чуть проседается. А, ну... А, нет, это не... В Warface такого быть не должно. Ну, там на 5 FPS, знаешь. Ну, как бы это нормально, то, что в зуме в некоторых играх проседает FPS. Если например, дотку приблизить, то тоже FPS будет меньше. Вот, кстати, я... Это... Жаль, что нету в Warface зума.
А кстати, вот насчет шумов ты говоришь, приглушает. А их сегодня я реально не слышу. Именно сегодня я их не слышу. Как бы вчера, позавчера, неделю все было, как бы. А сегодня я не слышу их. Когда со мной сидел, ты слышал? Да. А сейчас я их не слышу. Просто потому, что я их не слышу. Потому что их нет. По какой-то причине. Это хорошо. Может, что-то там с усилением поменялось? Не знаю. Все может быть. Давайте. Так, что-то я отхватил не меньше, по-моему. Свойство. Да я так просто 10 и плюс 12 дБ. Нормально. Да. Студийная запись. Может, нет, это идиотизм, типа, что я стереомикшер включил. Из-за этого, может, реально. Стереомикшер? За то, что ты стереомикшер включил? У тебя, типа, шумы пропали? Не знаю. То есть ты... Ну, это идиотизм, ну ладно. Ну, как бы компьютер — это вообще дело такое, знаешь. Примитивное. Примитивное? Нет. Да. Вообще ни разу. Оно странное. Оно... Как бы такое. Когда как? Так сказать. Как сказать? Хаотичное. Ну смотри. Слушай, меня убьют сейчас. Знаешь, почему у меня шумы появлялись? Почему? Еще? Когда я отключал второй монитор. А, да, кстати, ты говорил. Это вообще странно. Чем меньше дырок, тем меньше шумов. Ну это как-то пошло. Да. Ты прав. Звучит странно. А сейчас, кстати, мы уже начинаем отхватывать. Не, я бы не хотел на бастет отхватить. А, ну смотри. В принципе, мы в одно и то же время уйдем. Ну, примерно так, да. Ты в парикмахерскую, а я в это. Да. Потому что у меня встреча в 15:00, у тебя в 4 выход. Как бы. Ну, понял, да. Я имею в виду... Что у тебя на час позже, и у меня на час это. Ранее. Да. Че я несу? Недавно встал. Да? Я тоже. Когда я? В 11? Ничего себе. Считай, по-моему, в 10 встал. Я в 12 встал. Я вот полчаса всего сижу. Угу. Так, а у меня уже проблемки с моей линией-то. Надо что-то уже ганга что-то делать. Ну, драться как-то. Но с такого Осириса победить будет тяжело. Это надо с кем-то на него наваливаться. Я видел, ты там варды научился ставить. Ну, типа. Да, осталось только на саппортах научиться. Не, вот на саппортах как бы я... Мне не особо хочется играть. А чё ты играешь на 1, 2, 3, 4? Как бы? А я не знаю, почему так делаю, кстати. Без понятия вообще. Я бы взял Q, E, R, F. А потому что я на W двигаюсь, и это меня собьёт. Ну так я тоже на W двигаюсь. Но меня это будет сбивать маленько, наверное. Так я ж как бы... А, ну хотя я уже привыкший. Да. Так. Я, да? Я возьму. Окей. А у меня, кстати, Осирис ушел. Да как я его возьму, если у меня уже есть баф? Это слишком просто или мне кажется? Мы сейчас можем...
как бы соло-линию пропушить. Что она была покинута. Ой. Что там еще? Retreat! Так. А! Я вижу, что там творится. Надо туда сходить. Потому как у меня как бы ульт есть, у меня все есть. Я давно не дрался. Не, по нулям все. А у нас вообще игра китайская. Надо идти, идти. Туда, мне кажется, все идут. Так. Потом в ВК почекаешь, Рус. Ага. А я с соло-линии ушел, смотри, он сейчас ее пропушит. Пипец просто. Я посмотрел, Роуз, это реально. Харон так его пропиарил. Да? Посмотри, 1610 дизлайков. То, что я тебе вчера скидывал, помнишь? Да. А сколько вот... Мне интересно... Чё? Сколько бы он получил с партнерки? С партнерки? Да. Вот пацан тут на вайпере? Да. Не знаю, слушай. Этого я тебе не скажу. Сейчас с Ютубом все очень плохо, Матвей. У всех денег стало меньше. Не только плюс у меня. Плюс там 500 комментариев. Да. Да не, пойду. Рус, тебе в Школагайд надо попасть. И чё? А как я попаду в Школагайд, если у меня нет писклявого голоса? А ты со мной в конфетам по бесовством займёшься? А ты просто хреново поиграй, да и все, да? Нет. Бесовством в конфе займешься, потом у тебя будет голос болеть, когда ты будешь громко говорить. А, я типа такой, ангина будет, да, такая? Да. Я понял. Сколько джатон стоит? 2400. Так. В общем, добавил я этого пачана в ЧС. Артема. Да? Да. Такую ерунду уже начал писать. Mm-hmm. Националистическую, да? Нет. Нет? Просто херню начал нести. А-а-а. Как Антон. Ну а Тоха сейчас вообще нормальный стал. Нет, сейчас он нормальный, я против него ничего не имею. Я видел, но видосы ему бы, уже бы лучше даже стал. Да, но как бы все равно ему надо формат менять. Да. Опа, смотри, фрибулка стоит. Видишь на миду? Вообще фришная. А у меня еще ульт остался, кстати, я могу еще ультануть. Или пойти на соло. Потому что там, как бы, да, вот. Мне подсказывают, что надо на соло идти. Иначе упадет линия. А этого мне не надо. Сколько человек там надо посмотреть? По-моему, вообще мало было. 9. 9. Уже 9. Это печально, Матвей. Это печально. Блин, я не смогу на него напасть. Я чувствую, что я ему солью. Ты что, сразу 5к хотел? Конечно. А ты как думал? Давай сразу 7. Или как у Нави, там 100. Чё так мало людей? Ну, бывает. Ну да, анонс было просто на канале делать просто.
Не, не смогу я его убить. Я вижу, как он сильный, поэтому я ему отдам башню. Привет, Аутиш. Придется под него прогнуться. Привет, Аутиш. Придется под него прогнуться. Аутиша? Да. Ну он же типа меня Ололоши называет, а я его Аутишей. Ага. Как мило, да? Взаимное. Ну ты понял. Да. Ну чё, минус соло. Там Серкет уже как бы, ну, надо мной издевается маленько. А чё он пишет? Ну, типа, что... Не пишет, типа, что видно, что я соло сливаю, короче. Но зато я в драке бесполезен не буду, потому что я там, ну, знаю, что делать. Ну, прыгаешь, даешь кошек, как бы, и все, и нормально. Если Hand of the Gods нет у ребят, то они не законтрят. Ну, сейчас мне как раз туда прыгнуть бы и нараздать им. Раки в драке. Только самому надо, правда, выживать. Вот что это за круг вокруг тебя? Это, типа, а, все, он Hand of the Gods применил. Рус. А, круг? Синий? Да. А это мана баф. А Hand of the Gods только что применили. То есть моих кошек законтрили только. Кстати, сколько это задержка, я хотел сказать. Она меньше. Спросить. Она меньше, чем я обычно. Я знаю, что меньше. Там 10 секунд, что ли? Рус. Не знаю. О, убили. Шикарно. О, Анубис, фрибулка. Будет неплохо его миссануть. Где он? А, вот да, он. 10 секунд где-то так. 10-15. Ну и как бы и ладно. Ого, слышишь, вот это я вообще не вовремя. Жалко, что в смайте войс чата нет. Войс-чат есть, но его нет. Надо скачать. Да, да. Войс-чат именно. Да. Чуть-чуть по-идиотски звучит, но ладно. В смысле? Ну, скачать войс-чат как-то. Ну, так как есть. Уж как есть. Ты его не скачивал? Не-а. Мне что-то все лень. Руки... Саня ушел. Руки не доходят, да? Я, видишь, прыгнул обратно, когда обратно прыгал, напоролся на Осириса, меня Геб засейвил. Гейб, да, меня Гейб засейвил. Понял, да? Так, а там что? О, Танатос. Танатос это такой гер, который... Пипец, улетел, прикинь. Печалька. 10 человек уже на стриме. Ну уже получше. А, Анубис. Анубис. Ох ты, ультует. Он беззащитен. Я вообще на тебя подписан? Да, подписан. Ты-то? Кто вы так, а вот и... Ух ты, Геб. Все, я... Так. Меня бесит, что когда чат обновляешь, ну, обновляешь страницу, чат стирается. А, да? Весь, да. Стирается чат. Стирается, да.
стираются границы. Че, вы все? Постримили? Не, мы стримим еще. Тема. Не сдаетесь? Не-а. Уже 10 человек вроде. Ах ты! Вот это да. Ну, просто рано очень. Угу. Чуть да. Ты ни свет, ни заря-то. Я когда засыпал, я подумал, типа, надо раньше встать. Угу. Ну, как бы из-за этого у меня установка сработала в голове, я проснулся. Угу. Но как бы, вот встать пораньше, это я умею программировать себя. А вот лечь пораньше я не смог. Я хотел лечь, знаешь, когда? А, пол первого или около часа. Полежал 15 минут, понял, что как бы сна ни в одном глазу, мне уже скучно стало, я стал за ноутом сидеть, короче. И просидел до 3 часов ночи. Потому что я просто спать не хочу, и все. А я сейчас демонтирую этот. Ой, какая мясня тут-то, здесь. Какая мясня. Шикарно. Смотри, треть хп ей снесло. Анубис, да ну нафиг. Ультанул, шикарно. Так, сейчас ребят надо подождать, может что-то получится. Хотя, если Анубис меня этот свяжет в бинтами, то будет печально. А у меня и маны нет для всего этого. Может мана-баф взять? А мана-баф это и нет. На базу идти. Опять Серкет саркастически вугукает. Саня, ты в курсе, как можно промоутить канал на Твиче? Саня. Саня вроде делом занят. А? Промоутить как? Ну как, берешь и промоутишь. Рассказываешь там всем. Чё-то мне лаги вообще, слушай, такие прям. Ага, вот он чё. Летит он, значит, да? Прыгну не туда, получу по щам. Let the eternal darkness embrace you. О, летить. Ой, шикарно-то как, смотри. А, нет, не шикарно. А, нет, шикарно. Или не шикарно? Непонятно. Погоди. Погодите, Осирис еще. А, убили. Всех причем убили. Теперь можно Gold Fury убить, и будет куча денег. Шикарно.
Макар, но... И на базу. Пойду-ка, кстати, версу-то почекаю. Сделай анонс после катки. Так, привет, привет, Дикстра. Чё так мало людей, да. Маловато, маловато. А еще, кстати, есть такая тема. На Твиче очень популярна Лига Легенд. А, да, кстати. Поэтому можно попробовать. Так, Версутав. Где он? Где он? Так. Что тут? Все, я потерял свою эту. Я сейчас сдохну. Не надо меня трогать, твари. Еле-еле выжил. Повезло. Просто повезло. Так, а я вообще сделал что-то в этом замесе? Будто бы сделал. Ассисты растут. Боже. Че такое? 3 бакса стоит подписка на него. На кого? На версут это. А, нифига. Ты на человек уже настрелил. Ну, подтянуться. Может, просто рано я слишком начал? Поэтому такая фигня. Может быть. Реально, это даже для Ютуба рано. А тут еще как бы Твич. Совсем неожиданно. Так. Лига Легенд популярна, да, в основном из-за азиатов и американцев. Где? Да. Как он ее сейвит-то, смотри, ну вообще. Не, а тут я ульту вкакал просто так. Надо бежать отсюда. А катка, наверное, будет последняя, потому что надо будет анонс сделать на Ютубе, раз уж совсем... не получается. И надо будет это как его покушать. Очень хочу кушать. Я сегодня не ел вообще ничего. Даже покушать не принесли тебе? Ну я и не просил. Что такое opacity? Opacity это, короче, это как он называется? Прозрачность, во. Да, расслабляться нельзя. 26 на 15, но расслабляться нельзя. Опа-опа-опа. Не, ну, Танатоса надо бить, Танатоса надо бить, Танатоса надо бить. Куда ты пошел? А? Это что такое было? Это что такое было? Просто я бегу за Танатосом. Он разворачивается, и таких плюх мне просто за одну секунду навешал. По-моему, удара 3. Я чуть не отвалился. У него там аси, что ли, что он так хилится? А, у него там... Нет, у него там... Ничего такого. Но... Надавал он мне вообще шикарно по голове. Я что-то не помню, чтобы у него был встроенный вампиризм, на самом деле. Не помню я такого.
Рус, а тут типа телепорт, ты ж бесконечный? Да, но это именно на базу, которая. Не, я понял, да. Но телепорт к богам, есть телепорт к этой, к башне. Ну, если усилить, улучшить. А сколько КД? Ой, по-моему, ну большой такой КД, там минуты две, наверное. Ну, такой еще. Ну да, ну там они же улучшаются. КДшки-то эти. Вон у блинка, например, есть комбат блинк, он 2 минуты КДшится. А просто блинк, он... Опа! Просто блинк 12 секунд. Ты чё, тварь? А, с ульты, да? Убрал. Красавчик. Где сайт у нас? У них, точнее. Или у нас? Гиганта будем сейчас лупить мы. Вообще, конечно, было бы неплохо башню пропушить. Но, не знаю, команда хочет то, что она хочет. Не будем спорить. Так, я сейчас отвалюсь. А то больно мне. Я бы себе, знаете, что еще бы сделал? Я бы еще, наверное, себе сделал, да, вот это вот, Magi's Blessing. Magi's Blessing. Против Анубиса, против его бинтиков. Не буду даже ничего жалеть на нее. Ни ульту, ничего. Так, а под башню вот не хочется мне заходить. И зачем я этого танка фокушу? Это же тупо. Но с Танатосом все равно что-то не так. Он как-то лупит. Ну, очень сильно. Даже не со скиллов, а с руки. Ну, отлично. В общем, мы выиграли. Шикарно. ВГГ. Вчера смотрел какую-то девчонку на Твиче. Она пипец пела всю ночь. Она просто играет и поет, играет и поет. Мне пришлось звук уменьшать. Статистику забыл посмотреть, печально. Ой, я почти 30-й. Уже совсем мало осталось. И 10 тысяч фарвора. Значит, несмотря на то, что я их арендую героев, я все равно в плюс ухожу. 13 человек. Так, смайт лучше доты, да? Окей. Так, Лига Легенд. А, это мы уже читали, да? Про Лигу Легенд. Ладно, ребят, давайте закончим. Я хочу кушать, отдыхать, и надо анонс сделать. Жрать! Жрать! Поэтому не забывайте ставить
А, тут же лайки ставить нельзя. Ну, тогда просто подписывайтесь на мой Twitch-канал, на мой канал на Ютубе. Он в моей биографии вот здесь вот написан, в статусе на Твиче. И рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК и Стима. Всем пока. Вступай! Сханах. Вступай, сханах.